tatu28opt.ru – самый крупный интернет-магазин тату-оборудования в России и странах СНГ. Всем привет, друзья! С вами Андрей. Сегодня буду делать чеканку в стандартной стилистике с кастетом и гранатой. Это объединение со старой работой. Черепа делал не я. Эскиз комбинировался клиентом, я с ним полностью согласился. Все как всегда, трансфер оригинал американский для ручного перевода на бумажной основе. Для переноса взял Dettol, по умолчанию пользуюсь только им. Есть много способов и средств, но мой выбор Dettol. Трансфер подсох, на это дал ему 15 минут, в это время начал собирать машинки, как вы понимаете, сейчас работаю эквалайзером. Он мне понравился, так как ничем не уступает моим старым машинкам, даже если учесть тот факт, что ими я работал год, а воксом всего 4 работы. Плюс, как это же прекрасно и удобно работать модулями. Да, сеанс обходится дороже, но оно того стоит. Для работы взял 4 модуля 5 RL и 9 RS для мелких подкрасов, 11 магнум ровный и 25 раунд магнум полукруглый для закраса и теней. Пигмент по стандарту динамик черный и динамик белый. Для теней я использую только пигмент от краски, в этом случае взял теневой темный тон и теневой средний тон. Он прекрасно залетает, не дает пикселей и можно добиться очень мягких полупрозрачных теней. После заживления немного проседаю, что убирает даже пиксели, которые получились при наложении тени. Работу сделал за 2 часа, пользовался гелем, который успокаивал раздраженную кожу. Если было интересно или полезно, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!